У тебя странная песня, блядь. Если ты смелый, ловкий и умелый, в джунглях тебя найдут. Я бы не хотел, чтобы меня в джунглях нашли. Да, соглашусь с Дмитрием. Раньше вещи намного качественнее делали. Я помню, у меня, кстати, колонки были, сейчас скажу, с какого года. С 2010-го я себе свеновские колонки купил. И не поверите, я их оставил на работе в 2019-м. И, ну, я с ребятами списывался с бывшей работы. Еще был 2023 год, и они до сих пор работают. Причем, что колонки работают получше современных. Там обычно свеновские квадратные колонки. А они басистые, у них прям звук чистый. И реально ему уже сколько по времени было? 12 лет. Да, раньше делали на качество, а не на производство. Это сейчас просто на производство херачит и все, чтобы люди больше покупали. Ну, быстрее сломалось, снова купят. А так. Естественно, урон. Сейчас я лишнее продам, кстати. Я забыл, что можно продавать здесь, кстати. Так, погоди, Вань, что ты говоришь? Один урон. Подожди, где ты урон увидел? Там наверх такие. А эта игра только миссии коридорного жанра или будет другое пространство? Хорошо стрима. Так, сейчас, секунду. Я попытаюсь твой ник прочитать сначала. Шериф, ну, она чисто коридорная, как бы, она не свободный мир. Чисто коридор. Но будет и свободный мир. Я думал, что или Far Cry, или Assassin, ну, в свободном если мире пошарахаться. Будем чередовать, в общем. Да, спасибо. Сейчас, Вань, погоди. Батарея, резак. У нас же резака нет. Типа что?
Тайс на батарее, но то же самое. Пошла, давай, проехали. Все, то как начнется, как вот на самом соусах. Че, куда, зачем? Блять, пидорасина. Так, дайте мне этот самый кувшин. Баллон. Дайте баллон мне. Так, у нас, по-моему, 50 тысяч. Сейчас секунду глянем, что мы можем прокачать. Болтосик-то. То есть 5 кабелей получается, 6. Силовой пистолет. Классный резак. Не-не, патроны, погоди, я хочу прокачаться. Так, раз, два, три. У нас один, получается, два. Может сюда впитать. Да, там, по-моему. Раз, два, три. Шесть. Раз, пять купить и патроны. Конечно, жизни и пистолет вот сам. Я почему не хотел лишний тратить, чтобы это самое. Понимать, что купить-то вообще. Подожди, какие рифлы? Ваня, погоди. Рифлы качай. Ну, жизненно, я думаю, по-любому качать надо. Ну, хотя бы одну. А, винтовки? Окей. Так, может три сюда, в принципе, скинуть. Так, будь честно.
Охуенно. Баллон бы начал тебя больничного вот, пиздануть ему. Вот не помогло, по-моему. Я забыл, что есть альтернативный огонь. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Блин. Здорово. Стример, спасибо. Так, надеюсь. Так, трекер, погоди. Трекер, да, спасибо огромное, я сейчас прочту. Просто... Это самое, чуть-чуть. Не вовремя. Сейчас. В общем, в любом трекере случае спасибо. Чё, блин, похуй что ли? Алексей Печенька, спасибо за списку. Да, Крекер. Дальше будешь ночью, поверь. В восточной теплице обнаружена растительная аномалия. Я понял. Ты прокачал урон экстазис в Кирифу. Блин, что за винтовка рифл, которая... У меня третья спит, вот это рифл, винтовка.
Или который четвертый у меня рифл. Это не вижу. Опачки. Яблочки почти вход. Ну давай половинку спочек. Яблочко от мамочки. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Ох, да? Заебись. Потух. Нахуй тебе. Что-то нахер. Так, Вань, сейчас я прочту, я просто немножко вахую. Где он здесь? В смысле? У тебя голова отлетела, ты чё? Ты чё это отлетела? Блять, охуеть. Контру, ну слушай, я не особо игрок в контру, если честно. Ага. Да, я понял. На урон и что там еще? Кстати, с... Не, я в контру, ну, с друзьями пробовал играть, но меня постоянно убивали. Просто играл с друзьями, они очень шаристые, в контру были. Не зашло. Из-за того, что постоянно убивали, суки. А жанр это, ну, батл рояль, наверное, больше всего, ну, коридорный выбор. Там против других противников. Ну, онлайн игра, она бесплатная в Steam. Типа как Fortnite, PUBG. Ну, PUBG и Fortnite на открытый мир, а Contra это... Ну, это Contra, блядь, ее ни с чем не сравнить. Это ее с чем-то сравнивать. А классика. Знать нужно. Не знаю, может будет интересно, могу попробовать контроль сыграть, но... Блять, сразу говорю, я не игрок.
Так, ладно, Вань, я постараюсь разобраться лучше. Я помню, Ripple — это, в общем, скорострельная винтовка. Не обычная винтовка, а скорострельная винтовка, скажем так. Штурмовая винтовка. Я так не знаю. Обычная винтовка — это как Мосинка, там, Кар. Блять, сейчас я это делать не буду. Топтать. Просто как бы, ну, Ярислава и Форос пропали куда-то. Понимаешь, что чуть-чуть не их площадка. Они такие, что этот Никер себе очень много позволяет, хорошо играет. Ну, Форос точно, наверное, пошел других душить. Это сука. Да, блядь, не успел. Эх, надежда, злая штука. Мне в конце страйка вообще уже поздно. Нет, я в 1.6 пробовал играть, но я играл только с ботами. Ну и с друзьями. Меня выносили постоянно. Или с этой самой стройки. С пистолета не хотели, вообще не достанет пистолет только. Да блять, да почему ты скоро дергаешься, ты ёб твою мать, да раз, блять. Он срывает у него. Да ты можешь перекатить в сторону, я не знаю, нахуй не встаешь, ракет.
Блять, он не дает прицелиться просто-напросто. Хуячить автоматом. Да просто еще мышка так не быстро двигается в эту сторону, в плане вообще прицелиться не дает. Камера дергается как. Не знаю что. Просто дергается. Так, давайте из четверки выписать. Двойка бесполезна, блять. Пиздец, блядь. Ну, слушай, если ты прям профи, ну тебе, конечно, виднее. Я-то просто так не играл. Двойки на рабистоку выкрутить. Чё ты там схватил-то, ёпт, меня разорвало, блядь. Дурак, блядь. Да я знаю, что оранжевая зона, но я просто прицелиться не могу. Сука, тут не хватит. Сколько у меня этих самых? 75. Да не пробивает, ну сука, ебаный, блядь. Ну ты можешь. Не можешь. Ну да, согласен. Ну просто, блядь, колыхает, как, не знаю, как банный лист. Патрона, блядь, не хватает, сука. Секунду. Thank you.
толку? Я патроны бы дал, мудак. Так, где у нас магазин? Сейчас уже поздняк пытаться. Языка-то нет. Сейчас попробуем. Не. Погоди, по ней стазин, то он нельзя уебать, чтобы она заморозилась. Замена питающей системы. Так не получится. Ладно, пошли пробовать, что есть. Я может реально ее заморозить у нас? Так, попробуем убивать и два раза так, потом на первую переключиться. А нет, с мышки я играю. Но мышка все равно ее так присерк, я, блядь, навожу. Возьми ты, сука, пистолет-то, блядь, ёб твою мать. Если помогло. Нет, с мышки. Ну. У меня после Dark Souls я еще к мышке не привык. Геймпад, наверное, привык, и мышка еще не так. Орудую. Исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Сколько сейчас на геймпаде играл? Сейчас Dark Souls 3 мы проходили месяц почти.
Я вот Донрин, сколько мы играли. Ну да. Читать чутка отвык от мышки. Да нет, его просто... Я просто на мышкамере не привык, просто резко мотает и не могу привыкнуть. Немножко разучился. Нахер сюда вообще пошел? Так, пошли, охуеть. Слушай, мне больше на геймпаде было удобно играть, если честно. То есть вот такие игры на геймпаде мне прям легко. Ну, я вообще все игры люблю на геймпаде проходить, кроме стрелялок. А все стрелялки, конечно, проще на мыши проходить. Если не шутер, то, конечно, лучше всего геймпад. Наш по сути тоже как бы считается консольная игра. Ну, Elden Ring я еще до конца не прошел. Отложил эту идею пока. Замена питающей системы. А, я понял. Вот она что. Сейчас типа уебу, подожди, блядь. Замена питающей системы. Замена питающей системы. Сука. Замена питающей системы. Я залетел, а сука, говно, блядь, а? Замена питающей системы. Да, блядь. Сейчас, секунду. Замена питающей цистерны. Замена питающей цистерны. Замена питающей цистерны. Так, все, я въехал. Замена питающей цистерны.
Живой спрячь. Замена питающей системы. Замена питающей системы. Я что-то, блядь, не пойму, ты что, охуел, ты вообще, что ли? Вернулся. Ребят, Форрост вернулся. Да, играй, конечно. Ничего, спокойненько. Как сам? Форрост, ты... Ребят, тебя ждут. Ты пропадаешь. Что за нахуй? Скоро без тебя, блядь, у меня контента не будет. У меня люди отписываться начнут, если ты пропадешь. Эй, блядь, просто. Что ж ты делаешь-то? Ты опять без интернета остался, что ли? Тебе Ваня даже был готов его оплатить. Чтоб ты с нами был. Я Форрост опять другого стримера смотрел. Хуесосил, наверное, его. Он нас променял, ребята. Мы к нему как к родному, он нас. Вот так. Зона невесомости. Нормально все, блядь. Я Форрост чуть ли замену здесь уже не нашли. Просто привет. Так всегда бывает. Сначала ненавидят, а потом любят. Чем их, блядь, убивать? Иди сюда, блядь, какашка.
Ну, как тебе сказать? Не в плане вообще замена, а просто замена на случай, пока тебя нет, скажем так. Чем уж ты уж так-то уж прям? Зачем ты говоришь? Зона гравитации. Точно по туда, вдруг не туда. Кстати, Дмитрий куда-то пропал. Наверное.
Ты охуел, блядь? Системы. Восстановление уровня кислорода и азота. Продуктовый склад открыт. Ебись. Все, блядь. Зона невесомости. Ты, сука, собирал, блядь. Клешня ебаная, блядь. Все собрал. Yeah.
провод включился. Видите? Мразь, а? Я его могу Thank you.
пидорасина, блядь. Я с грудь заебаш. Пишка, блядь. Айс! Отлично! Охуенно. Хэммонд, ты слышишь? Уровень кислорода возвращается в норму. Черт! Опять исчез, я не вижу сигнала его Икса. Опять курнул, блядь. Придется выбираться самим. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. И всех нахуй. Черт, не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Зона гравитации. Во, все равно нет. Да, блядь, длинный уровень-то, на самом деле. По сравнению с вчерашними уровнями, прям длинная.